Только это помогло мне пережить 4 года скачек. И я представляла себе, как иду по набережной Сены, как стою на Эйфелевой башне. Ты не против, если мы закажем? Грейс, Мэг и Эмма мечтают об удивительной поездке. Париж. Не вздумайте ущипнуть меня. Молодежный посольский люкс. Это роскошные условия. Ой! Надо бежать отсюда. И вот... Она здесь, Корделия! Классно. Случайная встреча. Это я, Корделия. Мать заставляет ехать на какой-то бал. Что это было за стерва? Вы с ней одно лицо. Я не похожа на нее. И путаница из-за внешности. Простите, мисс Скотт. А, нет, нет. Как вы просили, 10-килограммового лангуста. Пусть везут в мой номер. Стали началом невероятных событий. Этого не было в плане, я пас. Настоящая Корделия загуляла на несколько дней, и у нас будет отдых, который мы заслужили. В этом году. Не думают, что ты она. Мы едем в Монте-Карло. Нас поймают, и ты скажешь. Я же говорила. Монте-Карло.